Японская корпорация Fujitsu сообщила о планах присоединиться к разработке платформы для P2P денежных переводов на блокчейн между тремя крупнейшими японскими банковскими структурами – Mizuho, Sumitomo Mitsui и Mitsubishi UFJ Financial. В этом году японское правительство уже разработало стратегию роста и развития финтех. Ее цель – увеличить уровень внедрения цифровых платежей до 40% в течение следующего десятилетия. И новая P2P-платформа на блокчейн может стать дополнительным стимулом для развития стратегии финтех в Японии.